Собираешь, что ли? Собираю. Хороший базар, честно, мы везде поработали. Это меня удивляет, да. Привет всем! На нашем канале накопилось уже достаточно большое количество интересных тестов инструмента, многие из которых весьма оригинальны. По крайней мере, есть такие, которых еще никто не повторил. Кому интересно, в конце видео будет вот такой вот квадратик в одной из частей экрана, нажав на который, вы сможете открыть целый раздел с нашими тестами инструмента. Там и шуруповерты с ледобурами, и перфораторы с землебурами, и краш-тесты болгарок. В общем, много чего забавного. Тем не менее, периодически зрители пишут комментарии, мол, подобные тесты оторваны от реальной картины, и непонятно, как себя инструмент тот или иной поведет в реальных условиях работы. Кто-то даже занимается провидением и пишет, что инструмент не проработает и дня. Это я к тому, что в этом видео мы как раз и проверим инструмент в реальных условиях с интенсивной нагрузкой. На канале мы запускаем новую рубрику, которая будет называться «Жизнь инструмента», и первым инструментом, который мы проверим, будет болгарка Energomash, модель UCM 9012PM. Видео с ее разборкой можете посмотреть, нажав на ссылку в верхнем правом углу экрана, там будет закладка. И мы отправляемся к нашим партнерам, которые занимаются изделиями из металла, для того, чтобы они жестко протестировали вот эту угловую шлифмашину. Так, ну что ж, друзья, мы добрались, и теперь пойдем в цех, посмотрим, чем занимаются ребята, какие работы они выполняют, ну и презентуем им эту болгарку. И узнаем, что они будут с ней делать, какие испытания она пройдет. Так, ну сейчас узнаем, чем ребята занимаются. Славик, немного расскажи, чем можете похвалиться, чем, какие у вас работы, а потом еще посмотрим, какие это может быть есть изделия. Ну, мы занимаемся металлообработкой, кованными изделиями, разными, ну, металлоконструкциями любой сложности. Делаем также под заказ ворот, калитки, фермы, большие конструкции. Ну, то есть много объектов разные там. Есть все оборудование у ребят, и любой сложности практически, насколько я понимаю, да, может сделать. В любых даже масштабах, объемах, то есть есть большие станки, это есть крупное оборудование. Ну, конечно же, есть и мелкий инструмент для шлифовки, для уже доработки. То есть есть как и масштабные такие большие конструкции, так и уже, скажем так, изделия практически ручной работы, либо уже филигранной ручной доработки. То есть то, что ребята уже делают болгарками, дошлифовывают, дотирают и дорабатывают. В общем, как видите, все тут серьезно на самом деле. Ну, болгаркам тоже место находится. Нет. Не болгарки, насколько я знаю, там выходят достаточно часто из строя. Очень часто. Раз в месяц это точно. Ну, сколько у вас за месяц вот болгарок 125-х маленьких? Ну, у нас их много, они постоянно на ремонте, постоянно где-то ремонтируются, меняются. Вот за сколько в среднем одна, ты не знаешь, выходит из строя? У нас месяц каждого выходит. Короче, на месяц, больше чем на месяц, болгарки. Да, да, да. Где-то щетки, подшипники. Ну, мы можем так и договориться, мы можем оставить ее на месяц. И после этого, через месяц мы приедем и уже посмотрим, что будет. А хорошо, какие это? Это в основном зачистка будет? Сколько, вот, сколько она часов в день может работать? Тяжело сказать. Бывает, что много, бывает, что не очень много, скажем так. По-разному. Ну, часа три где-то в день он будет. В среднем часа три в день. Да. Это для шлифовки или резкая шлифовка, то есть смешанная, комбинированная, да, работа? Должен ее не жалеть. Проблема сейчас. Сегодня у нас 30 июля 2019 года. Мы на первый день сегодня, как отдали болгарку в работу, сразу же увидели, она с коробки приступила к работе. И будем периодически связываться и узнавать, в каком состоянии инструмент. Если выживет в течение месяца, тогда приедем, послушаем отзывы, посмотрим, какие объемы были сделаны, пообщаемся с ребятами. Что ж, для вас пройдет буквально несколько мгновений, а мы будем ждать.
Так, друзья, ну что, у нас сегодня 9 сентября, болгарку мы оставили 30 июля, прошел уже месяц и 10 дней, и сегодня мы едем забирать болгарку, послушаем отзывы, посмотрим, выжила ли она в суровых условиях и какие это были условия. Ну что, давайте перемещаться на базу. Так, друзья, ну что, мы добрались до места. Сейчас встретим человека, который работал этой болгаркой, и послушаем, что им понравилось, как она себя вела, какие были нюансы, сколько работ было выполнено. Поехали узнавать все. Привет. Привет. Это Женя, он работал болгаркой, как вы помните, тогда мы были в цеху, сейчас мы вышли, чтобы лучше было видно. Приехали забирать эту говнюшку в машину. Рассказывай, живая или уже не живая? Живая, очень живая. Сколько она в среднем в день работала и сколько дней? Еще перед последним месяцем августа, то есть 30 июля, можно сказать, весь август, и сегодня у нас 9, да? 9 сентября. Даже больше было. Больше месяца она проработала. И расскажи, вот сколько времени она работала и какие работы видела вообще, что ей делала? По времени, ну, в среднем там 4, ну, может, 5 часов в день, не засекал. Зачищал в основном, металл резал. Что ей было изготовлено? Изготовила пару секций забора и весь забор перечистил. Это болгаркой. Длина какая забора, может? Длина, ну, там была 160 метров. 160 метров забора? Забора, да. То есть это полностью резалось с этой болгаркой? Не-не, и... резали мы на пиле, там, подрезали, когда при монтаже уже. И зачищал? Где-то стойки подрезали, где-то полосы там. Ага. И зачищался, получается, забор. Зачищали забор, да, конечно. При стыковке сварочные швы зачищали. Это то, что здесь делалось? Нет, это уже на монтаже. Это на монтаже, да? И здесь тоже мы работали и делали вагончик, там, внутренние работы, резали там ДВП. Ага. Короче, все, что можно было делать. Я... Длинный кабель, кнопка хорошо держит и удобно в руке сидит. Такие труднодоступные места легко подлазят. Достают. Вот это место, вот, оно маленькое, ага. Ну, не так сильно выпирает. И за счет этого, ну, очень удобно. До конца можно практически, да, дорезать. Да? Так, расскажи, как вообще по производительности, по мощности, хватает, не хватает? Да, хватает. Вот некоторые болгарки, когда зачищаешь, там они уже... Слышишь по звуку, что в натяжку. Глохнет, душишь ее. Да, да, да. А это, то есть, нормально. Без проблем. Угу. Кнопка вот ни разу, кстати, не выбивала. Не выбивала, в смысле, не заедала или... Не, ну вот когда, допустим, режешь, бывает на других болгарках. Режешь, кнопка выключается. Сама выключается? Да, да. Тоже получилось работать? Мы же вместе работали. А что удалось сделать? Ну что, подрезали, резали в основном ей, шлифовали, что мы там... Да все диски, которые предназначаются для нее, все проходили. Бетон немножко подрезали. Там, бетон, например, плитку я им резал, все делал. Ага. Плитку вот такую, всякую разную. А сколько вот вы работали по времени, так, чтобы без перерыва если взять? Или может быть день весь работали, сколько это занято? Было день, было по 2-3 часа. По 2-3 часа в день? Да. Угу. А цикл без отключения вот так вот, за один цикл сколько было? Было так, что полчаса она вообще гудела? Или так нет? Когда зачищали. Ну, полчаса гудела, больше даже, час гудела. При зачистке мы ворота делали, полностью ворота все зачищали. Там же шлифуешь, она где-то, ну, где-то час я ей, даже больше, наверное, пока я все ворота обошел. Сейчас она лучше из всех тех, что здесь есть, вот это... Да, самая лучшая. Угу. По работе. Угу. А вот, чем всегда чем лучше? Это не пойдет, вот эту давай. Лучше чем? Она, мне кажется, полегче или просто поудобнее. В руке хорошо. И, во-первых, она не дергается. У нее нет вот этих. Да. А, плавная. Да. Лично вот я вот сейчас даже сейчас вот возьми где-то сейчас какие-то болгарки, я ее возьму. Ну, я у него всегда спрашиваю, ты взял ее с собой? Взял. И это же мы сейчас это на камеру не для рекламы, то есть это можно говорить как есть. Можно говорить как есть, то есть реально. Если что-то не понравилось, то можно. Может, все-таки есть какие-то нарекания? Вот что-то может. Что-то такое. По работе я ничего не увидел.
Короче, пока... Я думаю, было бы классно еще, если бы обороты регулировали. А, да. Регулировка оборотов. Сегодня мы еще приедем и разберем эту угловую шлифмашину. То есть в работе мы уже показывать не будем. Я с Женей прощаюсь. Спасибо тебе за то, что уделил время, поработал, сказал отзывы. А мы уже увидимся, разбирая эту болгарку. Так, ну что, друзья, добрались мы к своему магазину и будем разбирать теперь болгарку и смотреть, какое состояние у нее внутри. Так, ну что, оценим состояние угловой шлифмашины внешнее. Кабель, в принципе, целый. Если быть точными, то месяц и 10 дней была эта шлифмашина в работе. Ну, с виду только, конечно, потертый просто корпус. Давайте смотреть, что внутри там. Так, ну что, смотрим щетки. Щетки, износ. В принципе, небольшой износ у щеток. Сейчас сравним, кстати, в коробке были запасные. Но износ минимальный. Износ, друзья, минимальный. Вторая щетка. Ну, тоже износа практически нет. Продолжаем разбирать дальше. Так, ну что. Смазка немного у нас потемнела. Ну, износа на шестернях тоже не видно абсолютно. Люфт отсутствует абсолютно так же. Друзья, ну, с обмоткой абсолютно ничего не случилось. Как было покрытие лаковое на статоре, так и осталось. Все прекрасно здесь. Короче, какое-то у нас слишком положительное видео даже получается. Вообще никаких проблем пока не обнаружили на болгарке. Ну, на подшипнике плита сама немножечко ходит, но это допустимо, это так же, как в новой. Подшипник, ну, идеально вращается, все прекрасно. Ну, вообще, обмотка, смотрите, нигде не побита, нигде не повреждена. То есть все отлично. Болгарка еще может работать и работать. То есть я, по крайней мере, не вижу никаких вообще предпосылок даже что-то здесь сделать, какую-то диагностику. Даже чистить и продувать не нужно. Ну, хотя вроде как не слишком пыльная работа была с металлом, но тем не менее. В общем, внутри болгарка практически новое состояние, можно сказать так. Теперь проверим на балансировку. Ну что ж, друзья, удивила меня эта болгарка. Честно сказать, я думал, что хотя бы износ какой-то будет, или люфт подшипника присутствовать какого-то из, может, кнопка будет заедать. Но болгарка работает, звук у нее не поменялся. А что самое вообще меня удивило, просто невероятно, это щетки практически не износились. И эта болгарка, цена которой менее 1000 гривен. То есть это меньше... $40. Менее $40 цена этой болгарки в рознице. В общем, друзья, мы смело можем рекомендовать эту болгарку к покупке. Проверено таки да. Ссылка на нее в нашем магазине, по которой вы можете ознакомиться с характеристиками и описанием этой угловой шлифмашины, будет вот здесь вот под видео. Вот такой вот тест у нас получился. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые тесты. Следите за нашими новыми видео. Увидимся. До новых встреч. Пока.